Я так устала жить. Я каждое утро просыпаюсь в той же постели, одеваюсь, ем один и тот же завтрак, еду в офис одним и тем же маршрутом. Мне 28 лет, и это все. Как не ужасно. Пап? Мне это приснилось? Ну, не совсем. Да, уехать на 2 недели для меня долго. Если ты боишься чего-то, просто скажи мне, мы совсем разберемся. За меня не беспокойся, я почти в порядке. Почти? Ты в порядке, да? Я не понимаю, что происходит. Мне кажется, что все вокруг странные. А ты среди них самая странная. И после той аварии твое состояние все хуже и хуже. И это ненормально. Я вижу своего погибшего отца. Я не погиб в аварии, меня убили. Он учит меня перемещаться во времени. Твои способности могут изменить прошлое. И я смогу предотвратить убийство? Ты совсем не отдыхаешь. Это сложно. Я не могу, понимаешь, не могу. Воу! Терять все. Вновь и вновь. Это все эмоции. Чувствуй их, но не дай овладеть им собой. Как это сделать? Просто глубоко вдохни. Лови, малышка! Потоки, полные страданий, проходят сквозь твой разум и тело. Даже приятные моменты. Их тоже нужно забыть. Ты не сможешь быть прежней, если хочешь освободиться. Ну да. В семье мне верил лишь один человек, и он умер. Ненадолго.